Здравствуйте, ребята! С добрым утром, малыши! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным это утро встречает юная певица Ева Крупатина. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, Антон! Доброе утро, Хрюша! Я так мечтала к вам попасть. Приятно слышать! Конечно, мечты же, они сбываются. Итак, давай рассказывай немного о себе, всем нам. С годика я услышала песню Селены Гомес и понимала там только слова пи-пи-пи-пи-пи. Ой, пи-пи-пи-пи-пи? И подпевала. И как это было? Пи-пи-пи-пи-пи. А что ты еще любишь, что ты еще делаешь? С 8 лет я пошла в музыкальную школу, поступила сразу во 2-й класс. Учусь в школе Калиникова музыкальной, и мне там очень нравится. Вообще, я очень люблю животных и музыку. Недавно мне на день рождения подарили собаку. А как ее зовут? Букля. Букли? Букли. Так, ну, что ты любишь, мы поняли. А вот скажи, что тебе не нравится? Очень не люблю математику и мух. С мухами все понятно. Их вообще мало кто любит. Но а чем же тебе не угодила точная наука математика, а? Это же полезный предмет. Я понимаю, что точная наука – это не мое. Но хотя я знаю, что артист должен уметь все. Да, артист и правда должен уметь все. Где-то я это уже слышал. Да, многие артисты так говорят. И преподаватели актерского мастерства тоже. А еще известно, что артист должен быть наблюдательным и внимательным. Да-да-да, внимательным ко всему на свете. Ева, а как ты считаешь? Ты внимательная девочка? Да. Молодец. Но вот я считаю, что внимание развивать никогда не будет лишним. Вот сейчас и проверим, насколько Ева внимательна. Предлагаю прямо сейчас провести конкурс, который называется «Развивай внимание». А в чем заключается этот конкурс? Скоро расскажу. Ух ты, чудеса. Хрюша, давай скорее рассказывай правила. Правила простые. Надо повторить рисунок на образце. А, вот образец. Ой, это же лягушка. Да-да-да. Только сделать это нужно 2 руками одновременно. Одновременно? Да. Это непростая задача. А вы знаете, как называется человек, который делает сразу 2 руками что-то? А, не знаю. И как же? Амбидекстер. Амбидекстер? Амбидекстер. Вот это да. Теперь я буду знать. Ну что, готовы рисовать? Да. Бери фломастеры. Выбирай, какой тебе нравится. Давай зеленый, синий. 2 руками будешь рисовать. Молодец. А я тебе для образца лягушку сюда поставлю. Так, хорошо. Хорошо? Итак, на старт. Внимание! Марш! Так, сейчас откроем 2 фломастера и начнем. Ну, вообще, это очень сложно, Хрюша. Тут работает и левая, и правая полушария мозга. И нужно их синхронизировать. Это очень сложно. Как ловко. Да, посмотри, как сосредоточена Ева. Да. Ты знаешь, мне вот отсюда не видно, что там получается. Но мне что-то подсказывает, что Ева имеет в этом талант. Закончила? Да. Хрюша, а ты даже не успел обратный отсчет сделать. Да, ой, а я совсем забыл. А, потому что Ева молодец. Итак, посмотрим, что получилось. Итак, Хрюша, ребята. Так, вот она, лягушка. Покажи лягушку на образце. Ой, ребята, вот это да. Я считаю, что совсем неплохо. Ты справилась с заданием, Ева. Антон, я думаю, Ева заслужила приз. Вручай. Точно. Итак, торжественная музыка. Там. Поздравляем тебя, Ева! Эта шоколадная медаль тобой по праву заслужена. Ура! Да, спасибо. Ура! У меня тоже есть для вас подарок. Он музыкальный, кстати. О, это мы любим! Это мы очень любим. Спасибо, ребята, не переключайтесь. Живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал «Карусель» всей семьей.
Вечера до утра, это танец story dance. Это танец вечера до утра.